привет. Говори привет, и мы летим в Японию. Помаши ручкой. Ты-дыщ! Всем привет, и мы летим в Японию. Честно говоря, хотите верьте, хотите нет, но я первый раз в Домодедово. А я нет. Но все равно здесь постоянно так много... летали через Шереметьево. Здесь так много людей. Через 9 часов будем. Мы уже торчим в аэропорту где-то минут 15-20, потому что мне не пришел чемодан. Алина. Один, два, три, на... погулять пришли. Это все ради меня. Ради моего любимого Снупика. Конечно же, я его сейчас не куплю. Меня любит. Но только посмотрите на их размеры. Капец. Хорош тех, кто проходил мимо. Довольна. Вот оба экрана. Я же сказала, Даша, что в каждом торговом центре должны быть автоматы с игрушками. Не может быть, чтобы их не было. Обошелся в 4 доллара, Даша немножко больше.
спали 12-13 часов, и Алина не выспалась. Итак, экскурсовод, посмотрите на эту красивенную, недоделанную арену. Там будет проходить Олимпиада. Да. Если будет экскурсия, мы пойдем туда внутрь. Там, конечно, еще недоделано, как сказали они. Но зато красиво. Снимать в зале было запрещено, поэтому это видео выйдет, если выйдет, может выйдет, после Олимпийских игр. Нет, Алина, оно выйдет раньше, просто... А пока мы говорим залу до свидания, надеемся, что сюда возвращаемся. Мы уже заселились. Через 5 минут мы вылетаем на тренировку. Я живу одна. Мне кажется, что я постоянно буду с Дашей. Но посмотрите. За окном торговый центр. Здорово. Гоу на тренинг. Вот наш зал, в котором мы будем тренироваться и готовиться к выступлению. Вот так. Красиво, темно, но будет светло. Что такое? Ми-ми-ми просто. Рано встает, тот идет на тренировку. Я просто не помню, что было дальше в этой пословице. А в Минске еще 2 часа ночи. Не все уснули, пойдем. Погодка прям шеф. Просто 5 минут побыли на улице. Меньше.
Мы побыли 5 минут. Так такое у нас и в Минске есть. Ой, а вы не подскажете, кто это у нас тут? Кто это у нас тут такой? Кто это? Кто это? Первый раз вижу. Соревнования отдыхать и набираться сил на завтра. Ну, завтра мы уступаем. Пока. Здравствуйте. Поехали выступать уже, да? Что не скажешь себе? Да, у нас поменяются потоки. Я выступаю с тобой, да. А не с Катей. Я уже выступила. Сейчас будет Алина. Алина Харнаско, Динамо, Беларусь. Подарочки подарили. С фанатом. У нас очень много фанатов. Целая очередь была для автографов и фоток. Я засниму твою последнюю минуту жизни. Ой, ну не придумай. Как это можно пить? Я вот думаю просто, что я немножко могу переборщить. Я, мне кажется, уже. Доброе утро. Сегодня мы выступаем чуть раньше, чем вчера. Автобуса нет во столько, во сколько мне надо, поэтому я решила идти сама 10 минут 10. Всем здравствуйте. Мы уже выступили. Мы третьи, ладно, не обязательно было это говорить. Короче, мы пришли в магазин на шопинг. Завтра мы уезжаем в Диснейленд, будет много видосов. Сейчас мы собираемся кушать, и я купила Лерке, сестре своей, пижамку и себе байку. Потому что мне не в чем ехать в Диснейленд, мне только спортивные. Вот. Доброе утро. Нам осталось ехать где-то час-полтора, и мы будем в Диснейленд. Так, собственно, мы в Disney Sea. Вот этот смертоносный лифт, у нас 5-й ряд даже. Я
мы немножко перебежали дорожку вот по очереди. И один цикун, вот этот синенький, он, короче, нас сдал. Нас таких красавиц, а сейчас, да, зелененьких. А посмотрите, какую очередь мы прошли. А еще нас не выгнали. Не Мы тут такие красивые на банкет пришли. Посмотрите, что происходит. Что? Сейчас. О, си! Вот лошок. О! Спасибо. Ой-ой-ой. Что-то я размотала. Она была прекрасна. Все магазины. Все магазины. Все здесь хорошо.
Советуем. Советуем. Значит, на улице прекрасная погода. В кавычках. Дождик. Дождик. Все благоприятно для вылета. Для перелета часов так 10. Вот. Все идет по плану. У нас 84-й выход. Мы полетели.